Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза, и сегодня мы поиграем с вами Tapping Legends, и не просто так, потому что здесь есть ютуберское яйцо, и в этом яичке должен быть мой питомец, поэтому нам надо сегодня закликать такое количество коинов, чтобы его получить, но для этого мне придется еще немножечко раскачаться. Здесь, смотрите, есть питомцы покруче, 10 тысяч, а это что это такое? За робуксы, 50 робуксов есть. Крутое яичко, и это 250 коинов стоит, там еще, смотрите, какие-то есть, и портал куда-то нас ведет, давайте попробуем сделать реберт, есть, реберт сделали, теперь мне по сколько дают? По 2, значит, мы ускорили наш прогресс прокачки в 2 раза, сейчас мы еще накликаем, и еще сможем сделать реберт, следующий, 150 коинов стоит, это что это такое? О, 100 тысяч реберт, и мы сможем отправиться в лавовую локацию. Там, наверное, нас ждет много всего интересного. Так, мы закликали. Давайте делаем еще. А я могу здесь купить? Не, не получается. А следующие 250 надо. Опа, по 3 теперь дается. В 3 раза быстрее прокачиваемся. А здесь, смотрите, какие дорогущие у нас питомцы. Очень дорого стоят. Давайте хотя бы себе первого возьмем за 250 коинов. И откроем. Надеюсь, что мне выпадет что-нибудь супер крутое. Давай, открываем, откроем. Ну да, выпадает, конечно же, в начале кошечка. Сколько всего питомцев могу носить? 5 питомцев могу носить. И какие у него характеристики? X1. Надеваем. Вот теперь у меня есть такой питомец, и мне прибавляется по 4. Здорово, здорово, здорово. Сейчас мы еще одного сможем взять. Спонсором сегодняшнего видео выступает всем известный сайт по продажам робоксов rbx3.gg. И сейчас, ребята, очень важная информация. У rbx3 изменилась ссылка, и теперь это rbx3.gg. И чтобы вы ничего не перепутали, новую ссылку я оставлю для вас и ваших друзей у себя в описании под видео. Никаких других ссылок у rbx3 теперь нет. Только новые. Все другие ссылки не работают, и купить самые дешевые робоксы можно только на сайте rbx3.gg. Ну а мы продолжаем. Ну-ка, давай, открывайся. Бахнули еще одного питомца, еще один котик. Хорошо уже, смотрите, по 8. Вау, мы с вами вообще здорово прокачиваемся. Кстати, вот здесь вот внизу написано X1 World Boss. Значит, следующей локации по-любому должно быть больше. Ну давай, открываем. И еще одного сразу же открываем. О, рарный медвежонок нам выпал. Здорово, здорово. Еще один рарный медвежонок. Может, еще сейчас выпадет рарный? Рарный зайка мне выпал. Здорово, смотрите, у меня теперь есть 5 питомцев, и они все крутые. Дают мне по 23. Можем сейчас сделать перерождение. Хотя, смотрите, у меня 1000 коинов уже есть. Давайте откроем. Опа-на! Вот он! Вот он я, вот мой питомец. Давайте мы его сейчас возьмем, посмотрим, какие у него X1000. О-о-о! Здорово! Так, давайте снимаем и надеваем вот этого. Вот он я. Крутой питомец. Опа, 3000. Воу, смотрите, как мы жестко. Сейчас я хочу 5 таких питомцев набрать. 5 питомцев, чтобы 5 моих питомцев было. Вот так вот. Сколько их? 4. Еще один давай. Еще один. Оба-на. Смотрите, все мои питомцы. Здорово. Давайте мы вот так вот повстанем, вот так вот. Опа! И это все мои братюни. Прикол. И они дают невероятный прирост. Можно даже сейчас сделать очень много ребертов. Сколько? Вот могу 1500 ребертов сделать. Сейчас еще быстрее будем. Оу, жесть. Смотрите, еще 1500 могу сделать. Вот так вот. Бэм. Сколько у меня всего уже? 3000 ребертов я надел. Это очень мощно, очень мощно. Питомцы, конечно, крутые. Прикольно. А почему, кстати, на нем этот написано? Джуза Плей. На нем, главное, второго уровня, а не на мне. Не знаю, даже не знаю, ребята, не знаю, с чем это связано. Ну ладно, давайте пойдем. У меня же много есть. Много-много коинов уже. Читерские питомцы какие-то, конечно. Здесь 350 тысяч, вот есть за 1000000.
вон, здесь, наверное, крутые питомцы. Во, смотрите, какой крутой питомец. Посмотрим на его характеристики. Он дает... Нет, смотрите, мой питомец гораздо-гораздо сильнее, и он вообще полностью ломает игру. Мы можем вот так вот сейчас закликать очень-очень много и отправиться, наверное, в следующую локацию, посмотреть, кто же находится в следующей локации. Ну-ка, давай открываем. Можем ее открыть? Нет? Не хватает ребертов. 100 тысяч надо. У меня, конечно, не 100 тысяч, но прокачиваться здесь достаточно сложно. Сколько? Давайте мы 15 тысяч ребертов сейчас сделаем. Мне 4,5 миллиона коинов надо всего лишь на это. 15 тысяч ребертов, это здорово. Так, давай закликиваем, закликиваем. Мои питомцы мне в этом деле помогут. Уже 3 тысячи, 3 миллиона есть. Какие тысячи? 3 миллиона. И еще... 1 биллиончик мне надо закликать, и все у нас будет супер-мега-четко. Прикольно, прикольно. Блин, таких питомцев мне еще никто не делал. Достаточно такие забавные ребята. И все, я могу уже сделать сейчас перерождение. Так, давайте. Оба, сделали. И поскольку мы сейчас получаем... Ну, нормально, смотрите, мы вообще за считанные секунды набираем себе уже 5 биллионов. Вау, 5 биллионов. А сколько мне надо на еще 15 тысяч ребертов? Мне надо 27 биллионов коинов. Вот это много, вот это много. Но, в принципе, с учетом того, что я так быстро сейчас все это закликиваю, я думаю, 27 биллионов мы быстро наберем, и у меня уже... должно быть 30 тысяч ребертов. Я уже хочу поскорее отправить в следующую локацию. Надеюсь, там у нас есть еще круче питомцы, чем мои. Надеюсь на это, да. И мы там сможем еще лучше прокачаться. А то мои питомцы здесь слишком читерские какие-то получаются. Итак, давайте открываем и делаем еще 15 тысяч перерождений. Оба нас сделали. Все хорошо, у меня 33 тысячи ребертов. И дает ли мне какой-нибудь буст? Не знаю. Кстати, наверное, можно здесь прокачаться. Здесь по-любому же должны быть какие-то апгрейды. Например, вот здесь вот трейдинг какой-то. Здесь это что это такое я открыл? Это шоп. Здесь можно автокликер взять, наверное, за робуксы. Да. Питомцы. Здесь это вот мои питомцы. Команки. Ага, это здесь множители. И что еще есть здесь? У нас нет никакого магазинчика с улучшениями. Здесь сразу все. Все сразу вывалено. Ничего нам улучшать не надо. Хорошо. А я могу, кстати, из питомцев сделать еще лучше питомцев. Например, где они? Где они? Здесь? Вот здесь вот. Можно скрафтить. Скрафтить? Да, можно. Смотрите, золотого меня давайте сделаем. Меня же золотого надо открыть. Я могу по 3 открывать. О, сразу по 3. Давайте сразу по 3 будем выбивать. Сразу по 3. Отлично. Меня много не бывает. И давай сейчас сделаем золотого. Скрафтим золотого. Вот, один золотой есть. И можно шини сделать. Крутецкий. Где мой золотой? Вот он я, золотой. Пожелтел. У меня желтуха образовалась. Давай шини я хочу сделать. Сейчас мы наоткрываем. 5, по-моему, золотых на одного шини. Кстати, какие характеристики у золотого? Он в 2 раза лучше получается. В 2 раза лучше. Ну, в принципе, хорошо. Хорошо. И шини, наверное, еще будет лучше. А если я автооткрывание сделаю? Я по 3 сразу, да, собираю. Здорово. Или что у меня дальше? А, открывается. Продолжает открывать. Давай крафтим. Крафтим. Оба. Успеваю, да, крафтить? Еще сейчас крафтим. Еще давай. Еще сейчас будут у меня шини питомцы. И все, да, еще 5 надо выбить. Давай открываем, 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 открываем. Продолжаем открывать. Я хочу скрафтить себя шини. Собственного шини питомца. Давай, скрафтили. Сколько еще здесь надо? Еще 9. А для тебя? А, их 10 надо таких. Вау, обалдеть. Это значит, у меня займет здесь какое-то время, чтобы все это наоткрывать. Ну давай попробуем открывать. О, смотрите, мне шини выпал. Шини выпал. Выпал сам. Где-то он есть. Вот он, шини. Вау, круто.
Круто даже его крафтить не пришлось. Он в 3 раза лучше получается. 3 раза. Сейчас мы его наденем. Сейчас я еще этих малюток скрафчу. Скрафтить надо малюток. И давай сейчас крафтим. И надеваем самых крутых. Ну-ка, где наделись? Не наделись? Вот Шини. Вот Шини. Вау. И он синий. Он посинел. Он утонул. Или просто набухался пельменей. И вот он такой синий стал. Короче, прикольно, прикольно. Ну, мне нравится. Давайте попробуем сейчас закликать, насколько быстрее. По 412 миллионов мы получаем. Мне же надо все-таки еще в следующую локацию попасть. Посмотреть, что у нас в следующей локации есть. Закликиваем, давайте. Сколько я могу сделать? Я могу сделать еще 15 тысяч ребертов. Но, по всей видимости, мне придется вот так вот сейчас закликивать, да, делать... По 15 тысяч ребертов. Вот у меня уже 48 есть. 48, может мне поменьше? Нет, надо по 15 тысяч делать. Иначе мы вообще устанем делать здесь реберты. По 1500 ребертов. Ну, это, конечно, быстрее вроде кажется. Но в целом нет. Надо было сразу, знаете, накопить вот это вот количество коинов, чтобы сделать 150 тысяч ребертов. Но это мне в 10 раз дольше придется закликивать. Но, в принципе, возможно. Давайте я, наверное, сейчас закликаю себе на 150 тысяч ребертов. 740 миллионов я уже накопил, значит, могу делать 150 тысяч ребертов. Бах! Есть! И поскольку я сейчас тогда буду получать... Вау, смотрите, по миллион, почти 3 миллиона я получаю. Вау, много. И теперь я могу попасть в следующую локацию. Есть, ребята, я в следующей локации. Здесь у нас буст X2. Я по 5,5 миллионов получаю. И здесь у нас тоже есть питомец. Крутой питомец какой-то. Вау, что это такое огроменное было? Давайте посмотрим, что же это за питомец. Ну, X77, X16. Ну, с моими питомцами здесь, конечно, вообще ничего не сравнится. Мои питомцы здесь очень мощные и читерские, которые полностью ломают игру. Ну, в принципе, вот такой вот симулятор кликера с моими питомцами мы посмотрели здесь. Пока что больше ничего нет. Есть вот такие мои читерские питомцы. Надеюсь, вам видео понравилось. Вы поставили лайк, подписались на канал. А на этом у меня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.